Постановлением правительства округа утвержден порядок социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобретение жилья на первичном рынке. Управлением жилищной политики Лабытнанги было принято 18 заявлений от претендентов. 14 семей уже получили свидетельство на социальные выплаты. Репортаж Ирины Волокитиной. В уютной дружеской обстановке собрались те, кто желал улучшить свои жилищные условия, и те, кто им в этом помог. Лабытнанцы рассчитывали получить социальную выплату, благодаря которой можно приобрести квартиры или уплатить первичный взнос по ипотеке. Такая мера государственной поддержки, инициатива нашего губернатора Артюхова Дмитрия Андреевича, она, я уверен, что будет подспорьем в улучшении жилищных условий семей, которые будут участвовать в данном мероприятии. Специалисты управления жилищной политики непосредственно с каждой семьей отработали. Спасибо вам за то, что оперативно откликнулись. Мы сегодня получили на территории муниципального образования 14 таких свидетельств. И сегодня в такой торжественной обстановке вам их вручим. Светлана Гасанова, педагог городского филиала Ямальского многопрофильного колледжа, с трудом верит в происходящее, ведь заявление на предоставление социальной выплаты она написала 2 месяца назад и такого быстрого развития событий не ожидала. Большая благодарность, конечно, за такую помощь, вот, потому что, например, наша семья, она увеличилась на количество 2 человек, и естественно, что не стало хватать квадратных метров, и вот эта возможность позволяет нам улучшить свои жилищные условия. Поэтому очень большое спасибо. Порядок предоставления социальных выплат был утвержден правительством округа в марте этого года. Лабытнанцами было подано 18 заявлений. Специалистам здравоохранения, образования, физкультуры, культуры, физкультуры и спорта, культуры и молодежной политики и туризма, специалистам, которые работают в этих учреждениях, предоставляется социальная выплата на приобретение жилья на первичном рынке. Сумма рассчитана по составу семьи. Ну, скажу приблизительно в суммах. Вот, допустим, если семья 4 человек, они получают сумму около 1 800 000. Семья из 3 человек получает социальную выплату в размере 1 200 000 там, с копеечками. И если состав семьи 1 человек, около 800 тысяч. А сегодня завершилась заявочная кампания на 2020 год. Специалисты управления жилищной политики приняли 8 заявлений от сотрудников бюджетной сферы, желающих получить социальную помощь на улучшение своих жилищных условий. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, программа «Время местное».